Сегодня на национальном телевидении стартует проект «Ротация». Благодаря нему на чувашской эстраде появятся новые имена. И именно им посчастливится стать первопроходцами на волнах родного радио, которое можно будет услышать на частоте 103 FM. Как рождаются звезды, сегодня увидели мои коллеги. Они побывали на кастинге проекта. Да, Галина, здравствуй. Несколько часов назад за этой дверью выступали потенциальные звезды чувашской эстрады. Правда, сначала их голоса зазвучат в эфире радиостанции «Таван Радио». Именно сейчас начали формировать его музыкальный архив. Правда, попасть в ротацию участники смогут после жесткого отбора. Сегодня состоялся первый кастинг. Вокальные данные претендентов на эфир оценивали профессионалы своего дела – радиоведущие и звукорежиссеры. К участникам кастинга прислушивались более 3 часов, но оценивали не только голоса. Члены жюри обращали внимание на то, как исполнители держатся на сцене, насколько они артистичны. В следующий тур проходят самые лучшие. Оно и понятно, ведь «Таван Радио» преследует главную цель – пополнить свой багаж только качественной музыкой на чувашском языке. В основном это эстрадное направление, то есть развлекательное радио. По моему мнению, у нас талантов очень много. Вот главное, чтобы они пришли и показали себя, а мы посмотрим, оценим. Приходили сюда не только солисты, но и группы, к примеру, мужское трио «Кайзас» образовалось буквально 2 недели назад. Все участники коллектива – профессиональные артисты Чувашского драматического театра. И к сцене им уже не привыкать. В будущем они вовсе задумались создать свою рок-группу. Я, конечно, тяготею к року, к рок-музыке. Но больше даже можно сказать к панк-року. Но для начала, чтобы чувашский зритель, так сказать, привык, как-то же Москва не сразу строилась, как говорится, надо начать с легкого. Поэтому для начала наши песни, они легкие, это как поп-рок. А вот начинающая певица Людмила Засыпкина удивила членов жюри своим фольклором. Девушка призналась нам, что музыкой она увлекается с 2 лет и на сцене выступает давно. Фольклор мне нравится, потому что песни яркие, танцы такие яркие, ну, не как в эстраде. Правда, кому-то члены жюри сразу указывали на ошибки и буквально заставляли раскрепощаться на сцене. Предлагаю посмотреть один из таких моментов. Давай, покажи нам артистизм. Бля, полдорады, давай. Исполнители, которые пройдут отбор, станут участниками нового реалити-шоу. Для них будут организованы мастер-классы по написанию текстов и музыки, научат работать на сцене и в студии. В итоге все это выльется в большой гала-концерт. Финалисты выступят на нем уже собственной авторской песней. Полную видеоверсию проекта «Ротация» вы сможете увидеть в эфире нашего канала. Звезды зажгутся на наших глазах. Галина? Спасибо, Дмитрий. Тем, кто не смог прийти на кастинг сегодня, организаторы проекта устроят второй тур. Он состоится 17 октября во Дворце культуры тракторостроителей.